Так, ребята, смотрите, внеплановый осмотр автомобиля, смотрите, что я нашел. Подушка порвана. Видите, трещина? Обрыв. Все, заказываем подушку, меняем. Так, заказали DHL. Оригинальная подушка коробки. Вот номерок. Так, как вы уже видели, получили DHL подушку. Вот она. Все, ставим ее. Что у нас? Два болта снизу. И четыре болта сбоку. Погнали. Так, ребята, что делаем? Поддонкрачиваем. Немного. Откручиваем два боковых болта. Все, откручиваем 4 болта. Раз, два, и с другой стороны. 3, 4. Последний болт посередине. Чтобы подушка вышла, нужно приспустить. Все, подушка снята. Смотрите, подушка оторвана. Полностью оторвано с одной стороны. Под замену. Берем нашу новую подушку, устанавливаем на ее место. Болты. Гайку посередине не забываем. Зажали. Зажимаем. Все болты, которые откручивали. Все. Ставим противотемпературную защиту и закручиваем два последних болта. Убираем домкрат. Готово. Наслаждаемся. Наслаждаемся новой подушкой. Ребята, и напоследок не забываем затянуть болт посередине, который является ограничителем. Вот, ребята, открутил болт, чтобы был ход. Вот так оборвана подушка. Одна сторона оборвана. Вот так вот. Одна сторона полностью целая. Все.